Всем привет, с вами Пенни Пресс, и это юбилейный 19-й выпуск челленджа по изидропу. И сегодня у меня просто боевой настрой, я готов сегодня разорвать изидроп. Я пополнил баланс на 250 рублей, использовал багованный промокод. В итоге у меня есть такой баланс, у меня есть промокод еще вот такой вот. Ну, точнее, не промокод, а дисконт 30% на кейс до 299 рублей. А также хочу сказать, что завтра у нас пройдет большой, просто грандиозный, быстрый розыгрыш. И завтра будет разыгран вот этот вот элитный мистер Мохлик, который принадлежит элитному отряду. Все, что тебе нужно, это поставить лайк этому видосу, написать комментарий минимум из 5 слов. А в субботу я буду его разыгрывать на стриме, и тебе просто нужно будет узнать, победил ты или нет. Кстати, прошлый победитель до сих пор мне так трейд ссылочку свою и не прислал, что меня очень сильно огорчает. Ну, не будем о грустном. Летим на изидроп, на изидроп, летим на изидроп. А, ё-моё, я же промокод-то не запустил, ребята, сейчас там повяжет промокодик. Пополняйтесь и забирайте сочные скины с изиком. В общем, с чего начинаем? Начинаем с чего? Смотрим, сколько бабла. 17161, как бы ничего не изменилось, чем закончили, тем то так и есть, все, ничего я вне видосов не крутил, не открывал, ничего я там не делал, посмотрим, как что попрет, давай, короче, мне три грозы, это верный знак того, что будет все охуенно, валентность, ну все, ребята, весь настрой коту под хвост, весь настрой сразу же у меня как рукой сняло. Нельзя давать валентность, нельзя, потому что если падает валентность, потом больше нихуя не падает. Чего, блядь? Вот это да! 91 рубль! Целых 91 рубль! Без 9 рублей 100! Ну что, валентность опять, алоха. А, ну то есть валентность потом 91 рубль и алоха, ну это для апгрейда сгодится. Ладно, что мы делаем? Да вы знаете, что мы делаем, что мы делаем. Мы вот летим сюда, есть скидка за 209 рублей, его открываем. Цель выбить скин дороже 200 рублей. Ну, сука, изидроп. Если ты, сука, сегодня мне не выдашь ничего дороже 200 рублей, я же, блядь, на тебя снова буду пополнять и дальше, пока ты мне не выдашь. Ну ты, сука. Джустиция, это что, справедливость, что ли, блядь, называется? Юстиция и говнище. Сучара ты подзаборный. Ну тогда полетели в ширпу. Начнем с 10, поширпим. Там промик бегает, там это, не забывайте, ребята, что промик бегает, он же ищет своего хозяина, ищет того, кто еще не депался. И что тут нам падает? 39 рублей. Ничего сочного, да? Ничего сочного не упало. Летим пятерочка. Так, и что? 90, ну, как бы 180 рублей я сделал с 250, да? Еще бы свое забрать. Что тут? 20 рублей. Снова Галя. Я не знаю, сколько сегодня скинов получится на апгрейд забрать. Сколько получится скинов забрать на апгрейд? Вот столько. Ну, и как бы даже сомневаюсь, что сегодня вообще с апгрейдов что-то залетит. Так как с апгрейдов вчера залетело. Так как залетело позавчера, залетело вчера. Или позавчера не залетало. Или залетало. Короче, я позабыл. Ну, там. А, Вендетта, да? Ну, конечно, нахуй мне полимер. Лучше пусть будет Вендетта. Правильно. Я согласен с тобой. Изидроп полностью на 100%. Полимер мне не нужен. У меня этих полимеров. Так, один. Сейчас надо снова открыть один. Снова надо открыть один. Потом 2, 3, 4, 5, 5. Потом 4. На 10 не пойдем. 5 и обраточка. Модуль. Африканская сетка. Армейская. Даже армейская сетка есть. Песчаная сетка. То есть здесь все в сетках, да. Слушайте, я прям чувствую, как рву сегодня изидроп. Я прям чувствую. Вы это, наверное, тоже чувствуете, как изидроп сегодня просто рвется.
рвется вдоль и поперек. Как он сыпет кому-то там, блядь, скинами однотипными. Вандалами, да? То есть он вандалами сыпет. ЦЗшка, да ладно, да ты что? А вот вандаль зато... продешевили с вандалем. Ну, бывает. Что у нас там по времени? 5,5 минута видоса. Ну тут-то сильно сладенько было. Там видали, какие скинчики были? То есть это было бы сильно сладко, если бы это выпало. То есть это прям... сладость. Там и ревик мог выпасть сочный. Ну, дезерт-то там точно стопудово сочный был. Вот. Так, что... Подожди, а что с Галилью стало, вандал? Что за вандал? Что за акт? Давай еще раз 5 откроем. Что это за такой вандализм, что Галиль так подешевела, быстро в цене упала? Цифровая сетка снова, да? И какао-буйство. Так, какао-буйство ровно десятку и все, да? Ну, от 10 рублей, вы же знаете, я оставляю для апгрейдов. Остальное все мы продаем. И крутим дальше. Арктический волк. Хороший такой аук. Цифровая сетка снова. Эх, так, а чё, кого? Дешмань, да? Вот этот ряд. Нет. А, это не ряд, это столбец. Неправильно сказал, неправильно сказал. Да уж. Вот знаешь, вот он приучит, сука, тебя к это, к сладкому дропу, а потом не дает. Не дает и все. Не дает. Мозгами-то понимаешь ты, что у тебя тут прям ого-го, ого-гошеньки-го-го. А может из-за того, что просто там такое количество... скинов находится. Может, потому что такое количество скинов у меня сейчас лежит в инвентаре там. И поэтому он давать не хочет. Ну, тут куча всяких разных теорий должно быть, да? То есть, вот. Ой, ну, меня знаете, что радует? Что теперь не надо будет рассказывать про отношения с Изидропом. Вы и так все видите, какие у нас с ним отношения, да? Что нихуя, нихуя, нихуя. Отношения называются нихуя. Так, ладно, Галюх, Галюня, Галюня, вы... Так, а сколько я? Два раза крутанул по три или один раз по три крутанул? Ну, давай еще разок по три крутанем. Потом 4 и опять на минус полетим. Ох ты. Да ладно, я думал прям не дотянет до вандала. Камуфляж дорогой, зато вандал дешевый, да? Ладно, ну окей, окей. Хорошо, что есть на это... Есть, о, мистер Мохлик, элитный, между прочим. А тут аж, да ладно, 3 синьки будет, обалдеть, вот это да. Аж 3 синьки, из которых 2 для апгрейда сгодятся. Слушай, может что-нибудь даже, кстати, с апгрейдами сегодня и получится тоже. На апгрейд-то хорошо скинчиков понавыпадывало. Хорошо понападало, может сегодня даже апгрейды тоже что-нибудь залетит. Ну видишь, ни одна гроза не упала. Не упала ни одна гроза, поэтому сложно. Сложно рассчитывать на сочный дроп, когда тебе не падают грозы. Когда гроза не падает, очень сложно на что-то надеяться. А, 4 копеек не хватает, все, тогда мы улетаем в апгрейды. Летим в апгрейды, что у нас есть? 1, 2, 3, 8, 9. 9? Сегодня будет сделано 9 попыток апгрейдов. Блять, уже давай по-быстрому. Вот, отбойный череп, да, годишься, пойдешь. Отбойный череп. Залетает, нет. Пролетает. Не залетает. Так, за... Так, 12.04 есть. По возрастающей. Камуфляж пантеры, нет. Вот давай вот симфолийская птица. Симфолийская птица это сочный скин. Который тоже не захотел залететь. Ну, сегодня 9 попыток. Вчера с 10, 10 залетело. Сегодня 9. И возможно... Всё. И возможно... Так, это мне не надо. Вот, песчаная буря пусть будет. А почему за 9,99,94? О, это не солидно, конечно. Пульс. Годишься.
Возможно, как раз одной попытки сегодня-то и не хватит. Возможно, одной попытки сегодня не хватит, чтобы залетел апгрейд. Вот как-то так. Возможно, вот так и будет. Как раз именно одной попытки и не хватит. Вася. Вася, Вася, Василиск. Я иду тут прям на риск. Ну что ты мне, по 190 будешь давать скины, да, залетают пусть. Ну пусть залетают, я не против. Давай тогда, давай, давай вот эту штуку. Вингшот или винкушот. Ух ты ж, как. Как все мимо. Как все мимо, да? Еще давай попытка на винкушот. Да, одной попытки не хватило. Не хватило одной попытки. Ну, ничего я сделать не могу. Порвал я сегодня изидро просто в лоскуты. Вы были этому свидетелями, да? Что у нас тут? Вот два скина сегодня, которых мне удалось достать. Два скина. Не то, что было в прошлый раз. Да, вот два скина есть. Окей, сколько? Ну, вот. Чуть больше, чем на... А каких на 200 рублей? О каких 200 рублей речь идет? Тут на 186 рублей скинов, 186 рублей. Потихоньку, потихоньку денежку из дропа я возвращаю. Ребята, в общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваш лайк, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч. Промокодик не забывайте. Пока-пока.